Накануне на стадионе «Старт» завершились первые легкоатлетические соревнования в сезоне на открытом воздухе – чемпионат Мордовии. Во второй день состязаний были разыграны медали в метаниях, различных беговых и прыжковых дисциплинах, а также в соревнованиях по спортивной ходьбе. Первыми разыграли медали девушки, участницы захода на 3 километра. С первых минут дистанции лидерство захватила самая юная участница – Лиана Ишниязова. Спортсменка с номером 555 на майке прошагала все 5,5 кругов дистанции впереди пелотона и финишировала на 3 секунды, опередив Алину Захарову из Рузаевки. Ну, я еще маленькая, чтобы отбираться. Так-то отбирается 2000-2001 год, а я 2003 года. Расскажи, как тебе удалось более старших соперниц так уверенно обойти? Ну, я тренируюсь усиленно, 2 раза в день. Вот я... Получаются такие результаты. У юношей основная борьба за лидерство развернулась между друзьями из сборной Ордатова Алексеем Чагадайкиным и Владиславом Солдатовым. Они выступают в разных возрастных категориях и получили бы золотые награды независимо от финиша. Но прийти первым показать самые быстрые секунды почетно, независимо от пробы медали. В итоге первым финишную черту пересек Алексей Чагадайкин. Порадовал хорошим результатом метатель молота Никита Семин, который послал снаряд на расстояние 70 метров 73 сантиметра, что равно выполнению норматива мастера спорта России. Результат мастера спорта показала и Мария Журавлева, пробежавшая 800 метров за 2 минуты 3,30 секунды. Недавние победители первенства России по кроссу Данила Тундыков и Анастасия Шукшина победили в чемпионате Мордовии в беге на 3000 метров. Данил Тундыков преодолел эту дистанцию за 8 минуты 43 секунды. Настя пробежала 3 километра за 10 минут. Лидер в женском спринтерском беге Ирина Белова-Трифонова, ставшая накануне чемпионкой Мордовии в беге на 100 метров, и на дистанции вдвое длиннее доказала свое превосходство. Ее результат – 24,40 секунды. В прыжках в длину отличилась Ксения Ведякина, которая стала чемпионкой Мордовии среди девушек, улетев в лучшей попытке на 4 метра 96 сантиметров. Результат победительницы среди юниорок Алены Певцайкиной – 5 метров 23 сантиметра. В понедельник тренерский совет сформирует из победителей и призеров чемпионата сборную Мордовии, которой предстоит принять участие в чемпионате первенства ПФО, а также во втором этапе Всероссийской летней спартакиады учащихся. Эти соревнования пройдут в Казани с 1 по 2 июня. Анастасия Мишкина, Андрей Просвиркин. Наши новости.